Извиняюсь, пожалуйста, я Григорий Иванович. Рано заскочили. Григорий Иванович не умывался. Пройдите в комнату. Рановато прибыли. Григорий Иванович не кушали, а не умывается. Пройдите в комнату и обождите. Продуктов-то сколько понасыпал? Ну что, продался? Извиняюсь, сейчас скажу. Комок в горле застрял, нервный спазм схватило. Сахарок продан. Благополучно завершил операцию. Вся сумма сполна. Можете не пересчитывать. А как насчет детского мыльца, Григорий Иванович? Пожалуйста, могу провернуть и детское. На днях провернем и детское. Нынче второй человек пугает насчет газет. Борьба против расхищений, говорят, и так далее. Трудные времена пошли, Григорий Иванович. Еще 100. А? 100. Действительно, кажись, за подкладку завалились. Завалились, да? А насчет детского заскочи послезавтра, сговоримся. Ого, Лео как? Пусты, лишь тихо. Ну, говори ты толком, чего еще, ну? Ого, ого, ухти. Да, вот это да, ухти. Мне буквально дурно делается от твоего мычания, ну? Вот и ну, ты че взялись против расхищения. До высшей меры включить. Ну, а ты чего крякаешь? Ты чего расхищаешь? Подумаешь, раз в год принесет какое-нибудь гнилье, потом без крику газет читать не может. Все ему высшая мера снится. Я вообще говорю, вот что получается. Призываются граждане на борьбу против расхищения. Призываются граждане. Другие заведующие несут, ставить некуда. А я не несу. Я, по-вашему, розы нюхаю? Дура какая, идиотка. А это чего? А на тебе чего? Другие на сторону продают, и то без криков газеты читают. А я что? Я мало на сторону продаю. Нам кто-то? Кто с утра пораньше приперся? Уж не брать ли ваш подлец? Не пугайтесь, граждане. Я послан от следователя, который тут гражданин Горбушкин. Вот они Горбушкин. Они Горбушкин. Тогда будьте любезны, пройдемте со мной. Следователь велел спешно. Брекру. Не могу прочесть букву, прыгают. Брекру По делу. По делу? Просили к 10. К 10? Ну да, к 10. К 10 я. Я всегда к 10. Ух ты. Я сейчас, товарищ. Поскольку... Я сейчас. Сейчас. Я готов. Ведите меня, товарищ.
вас это дети капитана Гранта. Конечно, я. Жора, Гриша, ты того. Ну, того я говорю. Ну, хуже. Хуже. Понятно? Ну, понятно? А? Сейчас иду. На носках лечу, быстро, быстро. Ой, подожди. На потолок полезли, а? Я думал, может быть, паутина там. Так, таких делов полезешь. Обыска еще не было? Обыска не было. Ну, так будет. Будет. А как же? Это ой, обязательно обыск и полная конфискация имущества. Загремел ваш Григорий Иванович. Скажите, вы не по делу Фунтикова? Это какой? Какого? У которого недостача. Недостача. Прорвал высшая мера. Высшая мера и полная конфискация всего имущества. Ух ты, ух ты. А это еще чего? Это сосед наш. Еще маленько успокоить даму. Жора, ну... Жора! Да ну дело-то какое, я говорю. Да ну брось свои детские штуки. Ой. Ну припомни, чего у него было? Жора, ну я прямо теряюсь. Ну, было, конечно, было. Сахар был, мануфактура была, бумага была. Ну, а есть чего? Сахар есть. Это я так понимаю, полная конфискация имущества сейчас может произойти. Что? Полная конфискация. Конфискация. Ну, да, я же и говорю, тут надо на полных парах гнать. Сейчас кругом все имущество надо продавать. Жора, неужели кругом все имущество продавать? Рафинад для примера я себе возьму. Рафинад кидать. Сахар в продажу не поступает, сахар я на себя беру. Тогда может быть что-нибудь из текстильного товара. Нюша, быстро покажите им пальто и костюмы, только быстро, быстро у меня. 30040. Костюмы, конечно, мало интереса, хотелось бы что-нибудь более личное. Федор Павлович? Это я, Жора. Есть дело. Полная спешная распродажа. Угу. Разная обстановка. Мебель, картины, шкафы. Картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? Ха, кистей! Нет, кистей, знаете, нету. Нету. Картина без кистей. Ну, обыкновенные, знаете, рамы и никаких кистей. Чего? Сейчас. Нюша! Нюша! Чего? Он говорит, какие-то кисти. Какие кисти? Нет у меня кисти. У вдовы кистей нету. Чего? А, он говорит, чьих кистей? Какие мастера? Нет у меня мастеров. Какие мастера? Нет, это так прежние буржуазные классы гуманно выражались. Чьих кистей, одним словом, кто картины красит. Ну, а пес их знает, кто их красит. Фамилии, фамилии он спрашивает, только быстро. Быстро отвечать. Ну, Жора, Жора, я не могу в данный момент об этом думать. Ну, я, на ух начинается. На ух начинается. Ухов, Чехов. Нет, на ой. Или нет, на ой. Чего? Айвазовский. Ну, да, этот.
Айвазовский. Одним словом так, на одной картине чудесная березовая роща. Метров 40 сухих березовых дров. А на другой... На другой простая вода. Вода. За рощу не меньше 1000. Ну, вот где. А за воду сговоримся. Федор Павлович, значит, мы вас ждем. Так? Ну, я забираю этот товар, Анна Васильевна. А насчет супруга вы оставьте беспокоиться. Я на это так навсегда смотрю. Меня, например, лично это никогда не пугает. Только бы, думаю, не высшая мера. Высшая мера я действительно с трудом переношу. А остальное как-нибудь утрясется. Ну, добра. Чего он зубы заговаривает? Деньги-то он, бродяга, уплатил? Уплатил, уплатил, не сомневайся. Давайте сюда деньги, чего их там держать? Ничего, я бы подержала. А, Федор Павлович, очень приятно. Не хватайте за меня руками. Жора. Очень приятно. Федор Павлович, глядите сами мебель. Можно. Я знаю, что вы в этом деле не замешаны. Я вас вызвал как свидетеля. А с... свидетелем? Вот я и пришел в качестве свидетеля, чтобы узнать, собственно, в чем дело. Чувствую, что широко. Ну, откуда же широко?
Оно даже как бы скорее Усканова. Да где же, помилуй, чем Уска? Известно Уска. Он даже дышать грудью не может. Очень миленько на них сидит. Нет, что-то не то и плечо режет. Не чувствую, что Уска. Ну, действительно Уска. Ну, знаете, вы фигуряете. Вы же только что говорили, что широко. Дорогие, я говорил широко. Наоборот, я говорил Уска, вот, вот именно Уска. Дышать невозможно трудно. Ну, знаете, вас не поймешь. Откуда же Уска, когда материя ложится свободными складками? Скорее уж широко. А может широко. Чего чего нет? Нет, ей-богу, широко. Да ну и вовсе никакой широты не наблюдается. Вот как фигурку-то облепляет. Да они сами не знают, чего они хотят. Правильно, вы сами не знаете, чего вы хотите. Тогда я колпак еще возьму, как бы в премию. Меня только колпаки очень интересуют. Суд с вами берите, только быстро, на ногах бегайте. Что тут на моих глазах делается? Куда ж ты стакана на лампу попер? Стоп, не хватайте за предметы руками. Положите стул на место. Мебель продана. Извиняюсь. Тумбочка тоже продана. Извиняюсь. Все кругом продано. Одна квартирка осталась. Вашу квартирку я бы принял, если бы в рассрочку. Есть дело. А я-то для примера, где же буду находиться? Ах, черт, верно. А где же вдова будет находиться? Да в крайнейшем можно ей угол уступить. Правильно. Пишите расписку. Или нет, лучше я сам напишу. Я как звать? Вася. Фамилия? Синебрюхов. Да, получил 10 тысяч рублей. Подпишите. Да я же ничего не получал. Так, чудак, внесете деньги за квартиру, получите обратно расписку. Пиши. Все. Ну, теперь, кажется, все. Жора, это прям, ну что ж такое получается? А если меня вызовут, что я скажу? А если вызовут, то скажут, что у меня нет ничего, вот я вся тут. А может сказать, на иждивении у брата нахожусь? Ничего себе! И прямо не упоминайте меня, прямо меня забудьте. Прямо нет меня. Фу ты, черт. Ох, ей-богу. Слушай, Нюша, а может тебе быстро-быстро выскочить замуж, а? Замуж? Ой, это как же? Тогда бы у нас все очень великолепно получилось. Вещей нет, сама дескать, ты изъявили у мужа, пятый, десятый. Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете, а? Овчинка выделки не стоит. Войдите. Ей-богу, не возьму костюм. Кругом все смеются. Ну, перестаньте вы конючить. Вы лучше мне скажите, чего вы так часто стали в гости заскакивать к моей сестрице. Может быть, только этим компрометируете молодую вдову? Да ж как же вам не очень часто? За месяц только раз и зашел, успокоить даму. Успокоить даму. Знаем мы эти спокойствия. А если она вам нравится, то возьмите и женитесь на ней. То есть как же помилуйте нравится? Я про костюм говорю в обратном смысле, что костюм не нравится. Вы мне баки не заколачивайте. А возьмите и женитесь на ней, если на то пошло. Только быстро, быстро, в ударных темпах. Ну как же это так, помилуйте? Да что же я буду жениться? Я, право, вас не понимаю. А я понимать нечего. Как Наполеон. Дело женился. Ну, если они не хотят, не об чем говорить. То есть как не хочет? Они хотят, но стесняются. Чего же вы мне суете, куда попал? У тебя же еще ничего не говорил. Ему говорить надо. Вот вы и говорите, что, мол, хочу жениться. Ну, если у человека нет вкуса, тогда так и скажите, и нечего вводить людей в заблуждение. Я не вожу в заблуждение. Я вкус имею. А? Только я говорю... Не смешите меня. Вы имеете вкус. Такая славная, интересная женщина. А корпус? Корпус какой, а? Да я вижу, вы ничего в женщинах не понимаете. Это канашка. О, мир
интересное. Только я, право, не знаю, как же это так. Нюша, а ну пройдите. Хорошая стройная походка, а? Другая идет как верблюд, а эта вдова ровно кладет ножки. Я это понимаю, признаю, конечно. Она мне нравится. Только как же так, помилуй. Тем более развестись вы всегда можете. Ну а в чем толковать? Разве что если развестись, то я, пожалуй, женюсь. Жора, ну что же это получается? Не хватайтесь за того руками. А вы, Нюшенька, заскажите в ЗАГС и разведитесь со своим вредителем. Только быстро-быстро. Видал, как дела делаете? Раз и класс. Папка дурак. Ну, без камня. Нюша, по дороге в ЗАГС не забудьте загнать кому-нибудь кухонную посуду. Что? Это тут мебель скучает? Здесь, здесь, давай быстрее поворачивайся, ну. Колокольчики, бубенчики звенят, звенят, а в ошибках моей юности твердят, твердят. Легко делался, поет. Это тоже выносите. Мою мебель не трогайте! Видите, что он делает? Мою собственную мебель берет. Откуда же это ваша мебель? Поскольку я женился, значит и мебель моя. Да, чего же вы кинули канитель? Ну, женились бы раньше и остались бы при мебели. А зачем же я у нее костюмы купил? Ну, не будете в них щеголять медовый месяц. Но ведь я за них деньги заплатил. Значит, я у самого себя купил. Идите вы к лешим. Ага, завтра была? Да. Посуду продала? Продала. Молодец. Ну, до чего же у вас паскудный жених попался? Мы так слабо расторговались, а вон редких совах. Прямо голова как в тумане. Чего-то я ничего не понимаю. Да к невесте хоть подойдите. Крутится как баллон. Колокольчики, бубенчики звенят, звенят. Про ошибки моей юности твердят. Другую девушку русскую косую. Ну что, очень вежливо поступили. Извиняемся, говорит, что повестку вам не по почте прислали. Я говорю, колокольчики, бубенчики, по какому делу я свидетелем? Вам только вызывать да дело отрывать. Они говорят, расскажите, что вы знаете про Гурского. Пожалуйста, говорю, беру себе. Чего это? Чего это? В моей камере происходит? А? Это мы, Григорий Иванович. Прямо голова как в тумане. Нюша, в костюмчиках моем. Это чего же? Ты что, сатана? В мой костюм вперся! Извиняюсь! 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 Погоди! Я с тобой во вторую очередь поговорю! Нюша! 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 Это чего, я говорю, происходит? Где моя мебель, картины, имущество? Милиция! 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 Или вы сошли с ума, милиция из вас? Я буду, Григорий Иванович, что делает? Милиция! Милиция! Григорий Иванович без вас великолепно сядет не сегодня, так завтра. Говорю вам об этом как политически подкованный человек. Вот чем же нам хлопотать и самим напрашиваться в милицию? Граждане! Граждане! Это чего же, я спрашиваю, происходит? Я несу, ставить было некуда. Они все мое имущество секретировали. Чего же мне теперь делать? Розы нюхать, а?